И мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. И опять будет Советский Союз. И никто никуда не уйдет. И все будут жить в мире и согласии. И я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились. И никогда больше не повторились.